День третий, ребят. Время 6:30 утра. Я уже оделся. Сейчас буду выходить из домика. И поедем к месту старта соревнований. Регистрация с 7 до 7:50. И в 8 утра будет старт. Так, ну что, ребят, начались соревнования. Я не стал снимать, как я там бежал, как я там бурил. Все то же самое. Находимся на вчерашнем месте. Надеюсь, что Олеж на точке остался. Я на это очень сильно надеюсь. Вот, сейчас побежим. Надо будет веревочку отрезать от палатки. Привязать шабалу. Ну вот и первый окушок клюнул. Поменял я удочку, потому что сейчас еще как бы сумерки, темновато. Вот поставил удочку с чертиком ярким. Вот на него отозвался. А первые две лунки прошел с мухоморышами. Пока по нолям. Скорее всего, когда расцветет солнышко, выйдет, тогда мухомор может получше работать. Вот, ну а сейчас пока пойду с чертиком. Даже не знаю, есть тут в этой рыбке 35 сантиметров или нету. Как вот измерить-то? Сейчас попробуем сбегать до товарища. Может, у него есть линейка? Мы варежку засунем. Линейка есть? Линейка? Да. Ты издеваешься. Специально варежку засунул. Ну. От скольки? Ну давай что-то придумаем. Блин, на шабалке же можно было метку поставить. Показывается. Так а что показывает? Напильник. От скольки? От скольки сантиметров? Да, видишь, я держу его специально, чтобы он не замерз. Но...
А 35? Да. Да это точно не проходной. Там грамм. А, да? Ну, давай расковыряй лук туда. Я не взял, ковырял. Во, у тебя лук ковырял. Давай. На муху? Нет, на черта. Смотри, вот я пробежался, выходы есть, но не хочет. Да что? Пошел менять гвоздь. Притом рыба-то крупная ходит, понял? Леща 23, этот от 35, окуню. Не, это не проходной точно. Ну все, что? Ну, все равно давай. Нормально. Рыба есть, ну ты понял. Все. Да. Надо было мне линейку на ящик нанести, чтобы вот так вот не мучиться. Недочет, Владимир Игоревич. Недочет. Слушайте, ну окуни здесь на месте. Окуни на месте. Что-то куда-то плавают. Вон они шугаются. Ну, что-то как-то мутноватая водичка. Да, мутновато. Странно. Ну ладно. Есть вероятность, что, может быть, на эти места подходил ночью судак, поэтому окунь свалил. И, возможно, с приходом света окунь сюда придет. Вот. Но как бы лучше бы, конечно, чтобы лещ пришел. Вот. Поменял, короче, удочку на удилку вот с мухоморышами, с двумя тандем. Один мухоморыш 0,65 грамма, другой мухоморыш 0,4 грамма. В общей сложности вес оснастки получился грамм. Вот. И такого веса хватает, тут, чтобы рыбачить на глубине почти 9 метров. Вот поклевка была. Вот. Так, если бы была глубина где-нибудь метров 5-6, я бы просто поставил 0,65 мухоморыша и чисто на него бы рыбачил. Не идет зачет? Короче, старик. Я не знаю. Я не буду тебе подсказывать, ты мне подсказывать тебе. О! Шок контент. Ой. Вообще я матерюсь, да? Да, да, запикаю потом. Ловца на условного железа, что ли? Че? Я привык видеть в своих роликах Лавсанова его. Не Лавсанова, а из С-образным загибом. Из рентгеновской пленки, да, а это самодельный из нержавейки. Из нержи. Очень симпатичный. Ну, для молодых глаз. Ты что, старый что ли? Я, естественно, молод. Глаза старые достались. Поэтому я себе это...
лаком сделаю, бабушечки сейчас. Ну все, возраст. Понятно. Ну глазной возраст, знаешь. Но я поклевок 6, наверное. А ты поймал? Притом это, знаешь, чьи поклевки были? Окуневые. И я по губам. Ну, я здесь два окуня съел. Нормально, что? Я три. Нормального окунь, представляешь, клюет так, что по губам. Это же просто, ну... Слушай, сегодня положительный момент. Клюет вот эта дрянь. Да. Мелкая. Да. Соответственно, если придет покрупнее, он, скорее всего, возьмет. На лунке, в палатке лещ есть крупный. Сука, не клюет. Ты в камеру засунул? Да, я засунул сразу же. Я же там сразу две лунки буранул. Вот. Одну под камеру, другую закормил. Чтоб это, мониторить, короче. Угу. Вот. Ну и... Так, надо дождаться, когда он захочет, да? Он захочет? Чуть попозже. Буквально чуть-чуть попозже. Ну вот сейчас, кстати, утопил одного подлещика мелкого. Вот попал еще один. Вот этот чуть-чуть покрупнее. Ну, хорошо бы, если бы они попали. Для зачета. Несколько рыбок. Вот этот, я не знаю. Есть тут 23 сантиметра, нету? Наверное, есть. Кивок у меня 18 сантиметров. Этот, наверное, в притирочку. Ладно, оставим. Оставим. Убежал. Сука. Обидно. Сейчас вот такой обидный сход был на лунке вот на этой. Я тут же подлещика поймал сейчас только что. И вот сход был. Причем рыба-то зачетная была явно. Такая, может, где-то на полкило. Вот. 100% подлещик был играл и сошла. Как бы хрен с ним, сошла. Просто она на месте, на точке на этой сошла. Сейчас эта лунка может заглохнуть просто вот и все. Вот. Толстенький игровой окунек. Совсем мелкий какой-то окунек. Иди давай.
за самый краешек, смотрите. Капец. Сейчас вот сижу, думаю, закрыться окунями было бы неплохо, да? Вот. Потом поставить мормушку какую-нибудь побольше, побольше такую, позаметнее. И поохотиться за лещом, да? Вот. Сейчас вот сижу, думаю, а вот подлещик у меня проклюнулся только на одно единственное ухо мормыша. Такого металлического, навозного, как я его окрестил вчера. Вот. И сегодня тоже. Поэтому, может быть, и нет смысла вообще нет заморачиваться, что-то там менять. Ловить просто тупо целый день на два мухоморумша вот этих, и все. Надо будет сейчас посчитать количество рыбок, которые я поймал. Вот. Потому что не исключено, что закрылся. Наверху на паузе тюкнул. Кто-то там посильнее кто-то. Кушок. А нет, подлещик. Рыжок вперед. Вот аккуратная проводочка сработала сейчас. Все вверху на паузе приклюнулся. Надо будет запомнить. Сначала нормально потянул, подумал, что подлещик. Сейчас понимаю, что там окунёк. Надо попробовать укрупниться. Ну вот, присосался на Уралку. Нормально. Пойдет. В общем, как-то не очень мне нравится на эту Уралку большую ловить. Не в плане удобства, а в плане именно результативности. Вот. На тандем с двух мормышей результативность была выше. Взял опять удочку с двумя мухоморомышами. Сейчас загляну еще в подводную камеру, кстати, что у меня тут под этой лункой плавает. Ну, шестерись. Сидит. Давит там книжу. Что кунёк получше. Кто-то. О. Да. Бомболет какой. Хапнул. Нормально. Таких можно половить.
Все, ребят, время вышло, собираюсь. Посмотрим, какие сегодня общие результаты будут. Вот, принц нашел рыбу свою. Как улов? Как вчера. Нет, хуже сегодня. Клевало хуже сегодня. Сегодня хуже клевало. Я это сначала сходил. Что делать? Это на 11 метров. Ну что, ищи подальше. Вот такие. Если бы я немножко половился. Ты далеко ходил? Да нет, не сильно. Сорожка? Может, да. Может быть, в этом секрете. Не надо ходить далеко. Ну, вот я когда показывал, то есть вот 7 метров. Короче, все от 7,5 до 6. Крупная была? Пару хороших, таких приятных. Может, мышцы сидел, да? Да. Ну, короче, на мели самая хорошая. На самых мелких. Вот. А на самых глубоких такая. Ну понятно. Вылезло, 11 часов никого. Хорошо. То есть и чебак с утра чебак начал поклевать, до 11 поклев. А потом все, окунь. Ну, после обеда тоже пару штук, трех штук я хороший. Один хороший такой чебачок. Угу. Я на 11 метрах посидел где-то до полторого. Я поймал окуней. Жесть. Так такие же, как здесь. И ушел на 7. Свои, которые вчера. Но я ее видел. Что ж там? Что, нету, да? Нету. Куда-то делся. Ну вот, давление начало падать, вот она начала клевать. Пойму, она муравей. Из чего тело-то? Свинцовое, не знаю. Это маленькое. Я их покупал, говорю, давным-давно. И вот они, вот она, вот самая крупная была. А черт, ты ее топил на 7 метров? Ноунейм, то есть, вот он единственный тяжелый, потому что лебедевский я не смог утопить. Покажи, пожалуйста, как ты ее привязал. Что, из бусин? Ну, короче, уже напуталась. Ну, как обычно, да, то есть, ну, просто запав прямо на 10-го чувака не смог поймать. Где? Где? В общем, ребят, моих подлещиков не засчитали, потому что измерение рыбы происходило по ихтиологическому методу, тогда, когда длина меряется от вершины головы до основания средних лучей хвостового плавника. Таким образом, если посмотрите на финальную таблицу, то вот как раз каких-то там 200-300 грамм мне не хватило для того, чтобы залезть в десятку. Самый пожилой участник. Мы его отпустим просто пораньше. Есть еще люди. Организовал, так сказать, неоднократно проводит фестивали. Мы являемся участниками и так далее. Вот. Разрешите от лица всех рыболовов вручить ему памятную тарелку. Памятную тарелку. Димка! Запись-то где? Продолжал. Блин, тяжело это. Мы тебя будем поддерживать всячески. Тебе на память от нас, от всех рыбаков. Давайте похлопаем, Дима. Самый ёрш. Ёршко, я не поймал. Я тоже знал, что ли здесь. Михайлов Андрей Владимирович, есть? Самый ёршистый рыбак сегодня оказался. Денежный приз. Заболотный титулов медаль. Еще и ёршик. Договорочную победу одержал. Занял первое место Трунов Иван.
Да. Общий вес 2,795. За второе место награждается Фатеев Евгений. Общий вес 2,515. За третье место с весом 1795 награждается Пенских Вячеслав. За четвертое место с общим весом 1715 награждается Миляхин Алексей, бандит, Верхняя Купа. Самого Чебака награждается Миляхин Алексей, бандит, опять ему. 325 грамм. 325. Приз на форму рыжих, значит, Дмитрия управляющего. Пятое место награждается Михайлов Андрей, 1705. Самое интересное, шестое место это банка чертей от Валерия Лебедева. Угадайте, кому он досталось. Я не виноват ни в чем, честно. Развешивали, все было честно. Давай быстрее уже. Все, вручил. Седьмое место. Результатом 1540 награждается Игорь Горбаченко. Восьмое место. Закончим. Награждается Бочкарев Геннадий с весом 1535. Очень все скромно. Где дело? Это вот те пачки сертификатов. Поздравляю. Десятое место Ващенков Иван награждает. Ваня! Все, фонарик. Ну и пачка сертификатов.